Родился в актерской семье. Отец – узбекский режиссер Хабиб Файзиев. Мать – актриса Светлана Нарбаева. Родители развелись, когда Джанику было меньше года. Впоследствии мать вышла замуж за осетинского актера Бимбалата Ватаева, и до этого брака у Джаника есть младший единоутробный брат, Заурбек Ватаев. С детства снимается в телевизионных фильмах. В 1983 году окончил актерский факультет ВГИКа. Мастерская Бориса Чиркова. В 1991. Режиссерский факультет ВГИКа. Мастерские Юрия Озерова. На втором курсе перевелся в мастерскую Ираклия Кверикадзе. В конце 1980-х годов становится режиссером на телевидении и выпускает несколько проектов, среди которых цикл музыкальных новогодних фильмов «Старые песни о главном» для Первого канала. С 1993 года живет и работает в Москве. Обладатель премии «Серебряный кипарис» МКФ рекламных фильмов в Ялте. 1994 год. Реклама. «Мосткарт». В 1995 году приходит на телевидение. Режиссер программы «Кинопанорама». 1995. Канал Останкино. Разработчик идеи и режиссер программы «Перехват». 1997. НТВ. Режиссер-постановщик программы «Намедни» от 61 до 91. «Наша эра». 1997. НТВ. Режиссер проекта «10 песен о Москве». 1997. «Властелин вкуса». 2003. Первый канал. С 2002 года. Директор дирекции кинопроизводства Первого канала. С начала 2000-х Джаник занимается в основном постановкой кино и телесериалов. Он участвовал в проекте создания фильма «Волкодав из рода серых псов», но из-за недостатка финансирования оставил его. Фильм был позднее снят Николаем Лебедевым. В 2005 году Файзиев поставил фильм «Турецкий гамбит» по мотивам романа Бориса Акунина. В 2008 стал продюсером фильма «Адмирал». В 2012 в качестве режиссера поставил фильм «Август». 8-го. С 2012 года является руководителем экспериментальной мастерской в ВГИКе.